Вы, наверное, слышали, вот, что измаильских пограничников, ну, не всех, часть из них, отправляют в зону боевых действий на юго-восток. Жаль, конечно, что наши политики раздули, очень сильно раздули то, что происходит с народом. Вот, есть жертвы. И хотел бы, конечно, чтобы не происходило то, что происходит сейчас. Мне жаль этих ребят, в первую очередь, молодежь, которая погибает, которая должна строить семьи, вот, жизнь. Учиться и учить нас здравомыслию. Мне просто не хотелось бы, чтобы эти ребята погибли. Нет, нет, не хочу я говорить об этом. Я вообще считаю, что братья-славяне не должны воевать с братьями-славянами. И для этого есть политические разрешения разных вопросов. Мы устали от того, что льется кровь. Я не хочу, я крайне против того, чтобы проливалась чья-либо кровь. Тем более наших граждан, проживающих на территории Украины. На сегодняшний день не вызывают у меня благодарности к тем, кто посылает ребят на войну. Борьба с террористами – это одно. А стрельба по домам, вы знаете, бомба, она ведь не в террориста летит. В последнюю очередь профессионал с той стороны может быть убит. А вот дети, женщины и так далее, и потом, и там матеря, и тут матеря. Что мне сказать по этому поводу? Чтоб люди немножко одумались, чтоб прекратилось все это. Чтоб мы не посылали детей туда, откуда они не приедут, а их могут привезти. Вот это страшно. И ни для кого, никакая война, никому ничего хорошего не приносила.